Современный человек избалован количеством информации. Во многом этому способствовал интернет, где она появляется значительно оперативнее, чем в других СМИ. Но есть в этом и минусы. Такие новости не всегда достоверны, да и качество заметок порой достаточно низкое, потому что пишут их блогеры, непрофессиональные журналисты. Чтобы повысить уровень их деятельности, полтора года назад на территории Ленинского района заработало Московское областное отделение молодежного медиацентра. Мы собираемся молодежью, пытаемся направить молодежь на социальное какое-то направление, на медиа, на журналистику, чтобы они развивались, интересовались, учились брать интервью и жили жизнью Ленинского района и событиями этого города. Семинары, тренинги, лекции – все то, что помогает делать обучение молодежи продуктивнее. Спикерами всегда выступают профессионалы медиаструктур, топовые личности, телерадио и печатных СМИ. Такие мероприятия проходят как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Видно, медиафорум прошел впервые. Его посетили блогеры и журналисты не только Ленинского района. Гостям из Подольска и Ступино тоже было интересно узнать что-то новое. Сюда приехать логично было, потому что можно посмотреть новых интересных спикеров, можно услышать опыт своих коллег. Тут же приезжают и руководители других медиацентров, и участники других медиацентров. И, собственно, ехал познакомиться, узнать, что происходит у других людей, послушать, конечно же, спикеров. Такие муниципальные медиафорумы – лишь ступень к большому областному мероприятию, на котором выступят десятки профессиональных журналистов, представители власти, популярные личности. Медиафорум у нас был в 2015 году, ребятам очень понравилось, мы развивались на команды, такие были мини-студии, вы познакомитесь с такими же ребятами со всей области, как поделитесь знаниями, приобретете новые от специалистов, тренеров. И потом в конце года у нас будет большое торжественное награждение, будет медиабал. Руководители Ленинского районного медиацентра уверены, благодаря работе организации информационные площадки муниципалитета станут качественнее, а новости интереснее, что даст местным жителям возможность всегда быть в курсе последних событий. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.